Ребят, всем привет! Небольшой обзор на этот автомобиль. Lada Largus 17 года. Двигатель 102 лошадиных силы, коробка механика. Это настоящий терминатор по сравнению с другими автомобилями. Сейчас объясню почему. В общем, автомобиль работает у нас в организации. Смотрите, какой у него пробег. 327 тысяч километров. Этот автомобиль проходит обслуживание от случая к случаю на самых дешевых расходных материалах, на самом дешевом топливе. Про минусы говорить не буду, потому что те деньги, которые в него вкладываются, и то, что он отрабатывает, полностью закрывают все минусы данного автомобиля. В общем, здесь две подушки безопасности, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев передних сидений. Спереди, в принципе, вот такой вот салончик. Все, естественно, дубовое, но качественно и надежно. Ребят, смотрите, сзади достаточно места, можно впятером расположиться здесь свободно. Из плюсов еще здесь очень высокий потолок, то есть я сижу, у меня над головой еще где-то сантиметров 30 запаса. Есть вот такая полочка, куда можно сложить различную мелочевку. В принципе, сзади здесь все, имеется вот стеклоподъемник, который располагается внизу. И если вы едете летом в сланцах, то у вас тонкие ловкие пальцы ног, то можете этим стеклоподъемником пользоваться. Вот, в принципе, вот такой вот автомобиль. Достаточно неприхотливый, надежный. И рекомендую всем, кому нужна просто обычная лошадка для работы. Так, большой багажник, ребят, смотрите. Сейчас мы откроем. Открывается он следующим образом. Вот так вот, смотрите. Очень большой багажник. Есть также версия 8-местная. Ну и вот так вот машина выглядит снаружи. Это Lada Largus Cross. Диски здесь, кстати, такие литые диски, резина 17-я. Ну, вот так вот.